Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор» и сегодня я расскажу о кухонной плите Gefest EP ND514001-2035-2036. Ссылки на магазины с актуальными ценами находятся в описании к видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А чтобы получать уведомления о выходе новых обзоров, включайте колокольчик. Своим мнением вы можете поделиться в комментариях. Электрическая плита с четырьмя чугунными конфорками, ширина 50 см. Комплектуется металлическим щитком, на панель управления выведена световая индикация включения нагрева. Духовой шкаф с двумя тенами и внутренним освещением. Плита удобна в использовании, фасад и рабочая поверхность покрыты эмалью. Мощность нагрева регулируется поворотными переключателями. Современный дизайн, электроплита по праву займет свое место в кухне. На передней панели 6 поворотных переключателей с механическим управлением, 4 для мощности нагрева конфорок стола, 1 для управления температурой духовки, а последняя для выбора режима работы шкафа. Комплектуется регулировочными ножками, которые позволяют выставить плиту по уровню. В нижней части плиты расположен хозшкафчик, предназначенный для хранения кухонной посуды и принадлежностей. Покупка электрической плиты Gefest 514001 обоснована как для владельцев квартир, лишенных подвода газа, так и для тех, кто хочет сэкономить. Потребляемая мощность плиты составляет всего 5,5 кВт, что вместе с четырьмя электроконфорками различной мощности и электродуховкой позволит расходовать электроэнергию экономно. Штампованные направляющие выполнены в виде ряда выемок на стенках духовки, на них ставится решетка или жаровня, которые можно установить на необходимое расстояние от огня, либо одновременно готовить несколько блюд. Благодаря конструкции направляющие легко чистятся. Экспресс-конфорка имеет повышенную скорость нагрева и предохранительное устройство, которое выключает нагрев при достижении температуры выбранного режима. Экспресс-конфорка наиболее эффективна при объеме жидкости до 2,5 литров. Достаточно просто выставить требуемую температуру, и после разогрева духовки термостат автоматически отрегулирует подачу электроэнергии для ее поддержания. Приготовление пищи рекомендуется начинать сразу на максимальном нагреве. После закипания или несколько раньше необходимо переключить конфорку на средний или слабый нагрев. За 5-10 минут до окончания приготовления конфорку можно выключить. Набранного тепла хватит для завершения приготовления. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и начну с отрицательных. Нет вентилятора в духовке для конвекции. Неудобная розетка идет в комплекте. Не прокрашен защитный щиток сзади. Сложно мыть нагар около блинов. Теперь речь пойдет о положительных. Сделано добротно. Быстрый нагрев тенов. В комплекте противень, провод с вилкой. Понятная панель управления. В духовке не подгорает абсолютно ничего. Эмаль равномерна. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии, а также подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Напоминаю, что ссылки на магазины с актуальными ценами находятся в описании к видео. До новых встреч на канале «Правильный выбор».